И всем привет, друзья, с вами снова я, Адмирал, и сегодня я увидел такую штуку, как ставить несколько стоек для брони в ограниченное количество блоков. И я подумал, так, это очень интересно, надо бы проверить. В общем, в чем суть этого эксперимента? Чувак ставит, ну ладно, назову его имя, фак, я забыл. Ладно, он отобразится, возможно, на экране, если я не забуду. Но суть в том, что он ставит несколько, а именно три штуки стоек для брони всего лишь на два блока. И посмотрим, сколько всего можно будет поставить стоек, чтобы они выглядели нормально, красиво. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Что ж, все это делается примерно вот сейчас покажу как. Здесь мы ставим стойку для брони, здесь какую-нибудь ограду, вот тут поршень, здесь камень, потом включаем рычаг, все это ломаем, и у нас получается, смотрите, типа стоит три стойки на целых двух блоках. По идее, это все, ну, как бы должно экономить место. Сейчас мы проверим, сколько мы еще можем сэкономить места, ведь в Майнкрафте очень мало, очень маленький мир, и для того, чтобы нам нормально существовать в этой игре, нам нужно экономить блоки вообще по полной. Итак, ломаем, тыц-тыц, вот, типа выглядит нормально, и сейчас я покажу, как она как бы работает или нет. Оп-оп-оп, да, они все три рабочие, все спокойно, хорошо все делают. Теперь давайте попробуем сделать так, чтобы тут было уже 4. Не знаю, получится или нет. Итак, я научным путем выяснил, что невозможно поставить на два блока больше трех стоек, но зато я разработал новую схему. Короче, смотрите, мы ставим вот здесь стойку, вот здесь ставим стойку, так, и смотрите, что мы можем сделать. Здесь как бы сейчас две в одной. Мы можем поставить голову на первую, на вторую поставить, короче, шлем. А, погодите, я тупанул. Сейчас, получается, мы на первую ставим голову, на вторую ставим шлем, вот так опускаем, и у нас получается Стив в шлеме, представляете? То есть на обычную стойку бы мы ни за что не поставили одновременно и голову, и одновременно шлем. А тут у нас, смотрите, получается, что мы можем на Стива нацепить шлем, и тогда выглядит лучше, чем... Да, конечно, немного коряво, но я думаю, если вот чуть-чуть как-нибудь постараться, в общем, выглядит немного получше, чем просто голова Стива или просто шлем. И, по-моему, это реально годно. То есть мы сегодня проверили, помимо того, что можно ли поставить больше трех стоек на два блока, и одновременно мы еще проверили, как сделать красивей стойку. Короче, так он тоже супер красиво выглядит. Ладно, если вам понравилось, то почему бы не подписаться на канал, не поставить лайк. И всем удачи, всем пока.